уезжает Буратино в дальние края. Остается одна Мальвина на хозяйстве. Еще и вот с этим Сулем старым, которого нельзя никому оставить. Заданий мне куча, видеозаписей, подчистки содержания бассейна. Ой. Справлюсь я? А? Справлюсь я, правда? Конечно, я справлюсь. Ни одна еще не пропала, я говорю. Спились, а многие развалили, многие помирить. И померли тоже. По-всякому. Я уже не сопьюсь. Ну, вот щепки можешь в баню закинуть, там, которая... Тачки с этой? Да, там. Хорошо. Сразу сопку туда. Хорошо. Отправляй свой первый трип за пределы нашей страны. Впереди много интересного, много километров. Так что начинаем. Вон Жанна меня провожает. Деня где-то затерялся там. Начинаем. Уезжает наш Буратино. Я тебя снимаю. Можешь видео снять. Я снимаю видео и фоткаю тебя. Конечно. Остаюсь одна. Все, пока. Ага. Пока. Ага. Сейчас снесешь. А мне ремонтировать. Ну. Калитку не снеси. Полезешь. Протолкну. Давай. Давай отсюда. Шутка, конечно. Я оттуда сними и сделай фотку. Ты уже не снимала со всех сторон. О. Все. Путь. Давай, счастливого пути. Ой. Пока, счастливо. С Богом. Первая остановка у нас. Пойдем попьем кофейку с нового термоса. Вот на таком озере. С пирса. Пьем кофе. Мы находимся в городе Щитно. Руины замка. Неплохо. Сделали сразу экскурсии автоматически. Современно так сделано. Из ничего конфетка. Супер. Ну, в городе Торунь. Блин, очень красиво тут. Старый город большой такой, сохранился во время Второй мировой войны, не был развален.
все очень помпезное такое большое. Вот наш номер. Вот умывальник. Вот душ, а вон там туалет. Здесь я сру. Да, там Вадим срёт, сказал. Еще один рум-тур. Гостиница в городе Закопане. Номер. 90-х, 80-х. Звездочный отель. Мебель, да, всего два стула, торшер. Зато есть выход на балкон. В самом центре. Вот. И основная фича в том, что эта гостиница прямо в центре города, вот Круповки, их начало. Деревянные. Есть еще другая фича, чтобы попасть в собственную ванную, необходимо идти через коридор. То есть наша ванная там, это только наша. Пошли ужинать. Выезжаем из Закопаня, вот здесь мы ночевали. Сейчас пробую вверх. В самом начале улицы Тусовочной. Как она называется? Круповка. Вот такое у нас место. Вот наши мультики. Все, выезжаем. Жара сегодня. Всем привет. Вот такие у нас здесь виды шикарные. Вообще, вон речка какая-то. А мы это все видим вживую. А вы только можете через наш телефон. Вон снег лежит. Вот такое место красивое, горное. Мы в гостях. Вот датчик реалистов. Мы где? Народ вокруг сидит. Вадим. Памятник русскому солдату. Будет нас колокольный звон. Вот у нас как тут. Вот такой вид вперед. Очень жарко. Невозможно находиться на солнце. Но очень красиво. Ну, при
приехали на австрийские курорты. Курорты австрийского края. На Тюрлих. Как река называется? Дунай. Дунай. Идем купаться. Never knew that life tastes so sweet. I'm on top and feeling so complete. I'm here for you. Это Слава новую недвигу выбирает. Да. Вот мы где. Трохи старше. Так здесь у нас вот такие виды. И я. Слава решил освежить. Главное браситос не забыть с деньгами. Документ. Я решил туда. А какие красивые места. Но они не особо и холодные. Ребята из Словакии на байдарках. Всем добрый день. У нас снова Кура. Как в Хорватии номер 2. Мы приехали в рай. Открылся вот такой нам вид. И мы охренели. Это вообще... Это словами не передать. Камера, наверное, тоже вряд ли передает. Пойдем, покупаемся. Горное озеро. Это наш санузел. Это я. Вот самое главное. Вот терраса.
А вот наш вид. А даже вдалеке снег, ледник. Вот какой домик у нас, как они украшают свои дома. А наши мотоциклы. Какая красота. Приехали мы на горнолыжку летом. Подъемники, там на лыжах катаются. Решили выпить пивка в таком интересном месте. В 8:30 утра уезжаем в горы. Вот наши соседи, вот наши мотоциклы. Вот такая погода у нас сегодня. Все у нас. Вот здесь какие виды. Видя на трассу ВОЗ, ну, Глокнер. Вон какой. Водопады какие. Альпы есть Альпы. Одной рукой снимаю. Вот мы приехали почти на вершину. Мы еще выше будем подниматься туда. А вот откуда мы приехали. Как змея.
Забираемся выше. Заехали. Высота где-то 2, почти 600. Вот такие тут мотоциклисты такого возраста. Вот такие машины тут. А вы сидите? Марк, очень добрый. Вот дорожка, по ней мы ехали. И туда мы поедем сейчас. Вон какие люди, в возрасте в каком. Таких большая половина. Бабушек и дедушек на мотоциклах путешествуют. Вот такая тут парковка. Мотобратство. Вот какой мотоцикл. Вот как нет. Забрались на самый-самый верх. Альпийские луга. Вон впереди какая-то деревня или это камни, что-то такое, не понимаю. Камни. Так образуются горные реки. Сейчас, видимо, красоту эту снимаю. Не знаю, кто смотреть будет. Мы заехали в место вообще, как на Луне на какой-то.
реки вон стекают. Музычка соответствующая. Вот мотоциклисты такие. Очень много мотоциклистов в возрасте. В 1936 году ледник доходил почти до балконов, а вот сейчас его нет. Вот какое глобальное потепление. Вот картинки рассказывают об этом. Вот 36-й год, вот 2000-й. А вот сейчас километр ледника растаял. Люди периодически звуки подкидывают. Может. Ну, как они называются? Сурки? Ой, сколько их там? Очень много там, вон еще. На фото видишь, на видео, наверное, скомпрессируют. Мы прибыли туда, куда мы планировали приехать. На вершину Гросс-Лёхна. И мы по праву заслужили наклеить себе эти чудесные стикеры на наши мопеды. Что я сейчас и сделаю? Прям на кофе. Даже без пузырей. Поздравляю. Ты покорил ее. Вот мы в Альпах. Приехали на знаменитую гору. Лос-Глокне. Вот мы покорили эту вершину. Лос-Глокне. Давай сначала. Вот мы покорили Лос-Глокне. Дальше путешествовать. Мы получили за это такую награду. Приз. Да, приз. Мы ее приклеим сейчас на мотоцикл. И все будет удобно. Первая твоя наклейка, Слава. Первая. Я желаю, медалька, чтобы у тебя был весь кофр залит. Только не дожинками. Все, есть. Фа-фа. Если ты будешь ездить и хвастаться. Гросс-Глокнер Альпенштрассе. Вот так тут домики украшают. Вот. Делай так, Жан, как на даче. Вот какой у нас друг пришел. Вот что просит. Вот мы на каком озере? На очередном. Так? Цель-Амзе. Цель — это название города, а Амзе — это на озере. Ну, я на море, в данном случае на озере. Вот какой Дунай. С высоты птичьего полета. Просто космос. Вот мы где. Ехали, закончилась дорога у нас. Мост украли. Мы уже в Чехии.
неделю успел. Мы переместились в Чешскую Республику и загрузились на паром. Класс, еле успели. Вот мы вечером гуляем по Круглову. Чешском Крумлове. Спали мы вот таких типа двойных кровати под разным одеялом. Ну, прикольно, в старом доме. Маленькая комната, но уютная. Как узкая, прикольная ванна. И тубзик под окном. Вентиляционный. Здесь выход на старинный парад. Здание заброшенное. А вот там часть. А, это... Чешский Крумлов. Главная площадь. Площадь Сварности. Это Сварности. Тут модели ездят. Вот так пенсионеры развлекаются. Пенсионеры Чешской Республики. Что ты сказал? Буду снимать. Себя снимаю. Называется город. Город Тельч. Тельч. Красиво пряничная домик есть. Да, вот слева. Длинная такая череда. Мы на пляже опять. На чешском. Вадим. Вот такое у нас озеро. Ем мороженое. Очередной рум-тур, город Брно. Оп, оп. Туалета. Душ. Длинный коридор. Мистер Вячеслав. О, бюро. О, диванчик, картина и наша ложа с телевизором. Все как мы любим. Вид из окна на улицу. И вот стоят наши две цехи. Если телефон возьмешь.
температуру показывает. Стоим, пьем пиво. Вот так люди отдыхают. Обычный городок. Брно. Как Могилев. Народ отдыхает. Брно. Центр города. Чумный столб, как везде в Европе. А это я. Пиво накатили и довольны. Веселее. За этим шел там. Там вот пиво мы пили сегодня в баре. Очередная площадь. Это что-то звонит. Народ балдеет. На бис. Так отдыхают настоящие мужчины. Если в России такой фонтан поставили. Мы со Славой едем в лифте. В лифте можно. Дайте не упусти. Оп! Ходи, Славка. Все еще из человеческих костей.
прибыли к месту под названием Мацоха, это же Мачеха. Нехилая пропасть. Вершины деревьев. На башню. Панорама города старого. Ратуша. Столб. Вторая площадь. В парке ходят просто вот такие птицы. Ванна, туалет, как светло, все цивильно. Фа-фа. Фа-фа. Кровати сдвигать будем? Да. В какую сторону? Правую или левую? Все, люди возвращаются с фестиваля. Куча народу. Все двигаются в сторону города, а скорее всего, наверное, даже в сторону ближайшего магазина алкоголя. На обратном пути заехали в город Августов, зашли в такое прекрасное место, жареную рыбу подают, такой ресторанчик. Вот. Цены. Рыба вообще обалденная. Вкуснее рыбы не ел. Очень много людей и на доставку. Вот так. Все осталось до Вильнюса километров 150. И там еще чуть-чуть. И дома. День. Привет, туристы! Привет, мы дома, наконец-то! 5000 километров почти. А вон туристы. Ой, поехали на двух мотоциклах. Здравствуй! Здравствуй, Деня! Ты дождался нас! Не кричи! Ты дождался нас! Привет! Дэнь, что за космонавты? Ой, привет! Ну что, сумасшедшие? Нормально? Ну, хорошо. Поедете еще? Ну что, да, можно сказать. Трип удался. Трип удался. Получили миллион удовольствия.